Сарамдил. О. Юки. Напуй нам джа.네, 오늘은 그 다샤 외국인 등록증 신청하러 가는 날이에요. 외국인 등록을 하면 교육을 받는 그 기간이 있는데 교육을 받으면은 1년 플러스 1년을 더 주거든요. 바이러스 때문에 그 기간도 이제 문을 닫은 상태더라고요. 그래서 저희는 1년짜리만 받는 걸로 해서 지금 신청을 하러 가고 있습니다. Сегодня у нас очередной день, когда мы едем делать мою визу, подавать документы. У нас сегодня запись на 3 часа дня, сейчас 2 часа. Нам нужно в соседний город, и я надеюсь, мы успеем, мы уже летим. Вот, взяли все документы, нужны были фотографии, но мы не знаем, одна или две. Мы взяли одну, потому что у нас только одна была. Вот. И потом расскажем вам, что нас там будут спрашивать, что говорить. Пока мы едем, какие-то документы заполнил муж. Адрес. Ну, right адрес. Надо написать мой адрес в Украине, я забыла написать. Сейчас приедем туда, уже заполним. Я уже была в этом визовом центре однажды. Это город Сувон. Мы там были, когда я работала в парке Эверленд, нам делали документы, вот мы туда ездили, поэтому я уже там была, в принципе, вот. Но сейчас у нас совсем другая виза, поэтому я не знаю, какие потребуют документы, что будут говорить. Некоторые вообще говорили, что могут спросить такие какие-то личные моменты, вроде какого цвета нижнее белье у вашего мужа. Ну, я так понимаю, это для того, чтобы проверить, что действительно ли вы живете вместе и действительно ли у вас неэффективный брак. Будут ли у нас это спрашивать или нет, я не знаю, но я думаю, что вы узнаете это. Просто огромнейший минус больших городов, что мы приехали на стоянку, на паркинг к immigration office, но мы не можем припарковаться и кружляем уже где-то круга 4 для того, чтобы найти место. Приехали в иммиграционную службу. Immigration. Сейчас пойдем подавать документы. Муж курит. Мы наконец-то припарковались. Иностранцев очень много. Нужно одевать паспорт. Все? Кофе или американо? Все. Кофе или американо? Кофе? Да. Кофе или американо? Американо, ванила. Что это?
You speak same. Да. Сарамдиль. О. Юки. Напуйнамджа. Наи. Ябо. Напуйнамджа. Лай напуйнамджа. Сарамдиль, ты там? Напуйнамджа. Оказалось, нас абсолютно ничего не спрашивали в миграционной службе. Единственное, что спросили мужа, работала ли я уже где-то здесь, и есть ли мои отпечатки пальцев в базе данных. Но так как я работала уже в Эверленде, отпечатки моих пальцев уже были в системе, поэтому у меня даже не брали отпечатки пальцев. Вот. Никаких личных вопросов нам не задавали, мы оплатили определенную сумму за эту карточку, за ID-карту, и все, и нам сказали приехать, получается, через 3 недели, забрать уже готовый документ. Чао!